Тесты на коронавирус теперь делают в Старом Осколе. Накануне в новой ПЦР-лаборатории провели 52 анализа. 10 из них оказались положительными. Сейчас пробы отправлены на проверку в Белгород, в лабораторию Роспотребнадзора. В тестовом режиме Староскольская площадка будет работать месяц. Мы знаем, что определять коронавирус можно только методом полимеразной цепной реакции выделения РНК вируса. И для этого нужно специальное оборудование, которое выделяет вот это РНК вируса. Так вот, это оборудование, оно довольно дорогостоящее. Для того, чтобы его разместить, необходимо определенные условия. Опять же, это должна быть биологическая безопасность, потому что мы работаем с вами с вирусом. И вот такие условия мы создали на Олимпийском 46, провели там капитальный ремонт, мы заключили контракты, приобрели оборудование, поставили. Лаборатория оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Участие человека требуется только на стадии взятия мазка, доставки его и подготовки материала к анализу. Все остальное – дело техники. После подтверждения качества и точности анализов здесь смогут проводить до 700 исследований в сутки. Время ожидания результата сократится до 24 часов.